И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, Антикотик, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Давно у нас не было рубрики «Догонялки-убегалки», Димончик нас первый ищет и догоняет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Так, всё, надо искать самое топовое место. Я знаю, Димон, где ты не будешь искать. Под землей. За картой, на веб сейчас пролечу. И будет все четко. Сейчас, сейчас. Ну, это вообще Серегина методика. Ну ладно, не буду ее сегодня использовать. Да, давай без этого. Без методики? Без методик Серегин всяких. Так, за кого я не играл очень давно в прятках? Не знаю. Прям за мангал. Не, мангал я не буду брать. Очень долго буду вас ходить искать. Точнее, о, нашел нычку, нашел. Так. Отлично. Ты чё тут, Серега, ходишь, а? Давай, иди, гуляй. Видишь, у меня три ноги. Да. Одну я поднимаю, когда бегу, смотри. Да, кстати, она, видно, лишняя. Миша. У тебя. Да. Как и голова, Димас, тоже лишняя. Та не, голова не лишняя. Две головы у меня, видишь? Четко все. Всё. Поехал я вас искать. Поехали. Пошёл. Типа, пошли. Угу, потом. Ой, тут очень... Маленькое это. Что? Помещение, давай поменьше. Очень маленькое лицо. Помещение. От первого лица. Димас, привет. Да блин, ты так не должен был меня найти быстро. Иди сюда, засранец. Нет. Ты куда собрался? Да отвали от меня. Блин, я не должен был первый попасться. Я не должен. Димончик. Иди сюда. Ты куда собрался? Я убегаю. Мы на перегонки, да, должны? Да. Быть? То быстрее? Да. А, блин! Тут ловушка была, Сереги, да. Я так дернулся. Я знал, что ты меня не убил, но кишки мои видишь. Ладно, ладно. Вот так, значит. А, Серега, ты читер какой-то. Быстро сильно меня убил. Пора мстить. Ну, так, Димас, получилось, что я выбрал направление. Да тут мало нычек, тут надо было убегать, но видишь, опыт убегания у меня очень маленький. Очень маленький. Так, просто Димас, это ты голубой? Да. Кошмарный тоже. Да. Понял тебя, давай вместе орудовать. Идем. Бандиты в лабиринте. Аниматроники, бандиты, гопники идут, короче. Все четенько. Да что я заблудился опять в трех столбах? А, вот он! Вот он! Мочи! Ешь его, засранца. Я за ним! Я за ним! Давай! Ну не могу! Ну! Блин, тут мину поставили. Потерял, в общем-то. Ай! Ладно. Серега, пока бежал, мину что ли поставил? Что-то другой кто-то. Так, здесь какой-то лабиринт. Ого, еще взрыв. Сережка! А, смотри, что наделал. Серега, у тебя тут ловушки какие-то слишком сильные. По минам можно определить, где Серега дыкается. Где мы ходим? Где мы ходим? Он определяет, где взрываются мины. Ну. Только ты, Серега, немножко не продумал, ты мины очень низко поставил. Поэтому ты под ними не пробежишь. Так что ты можешь на свою мину попасться, когда будешь от нас убегать. О, Димас, привет. Встретились. Уже всех нашли. Только ага. не них. Не знаю, как сказать. Так, все, Димон, я иду по порядку. Так, вот здесь интересный лабиринт, давай тут глянем. Так, опа-на, мина, значит, Серега рядом. Да-да-да. Опять мы встретились, но их нету, да что ж такое? Серега попался на свою мини, Димас. Красава. Серега, умный человек. Не-не, давай найдем его, перепрячемся, Серега, так неинтересно. Я не буду чувствовать себя... счастливым, потому что он сам себя убил. Надо, чтоб я. Так, а мы нашли, короче, его труп Пецкий и сделали его аниматроником. Не, с трупа аниматроников не делают. О, нашел. Мочи! Подписчика антикотика. Здорово. Иди. Он еще и стреляет с какого-то ППШ миниганного. О, так, правильно, сюда. Мочи его. Ой, ешь, Димон, ешь. Это ты! Да, вот, видишь, я за этим гоняюсь. Во-во-во-во-во! Лучше сделать первого лица, так будет удобнее. Ай! А чё мы его сожрать не можем? У него что, жизни много было? Ах ты, антикотик. Хитрый лис. Притык, короче. Так, я хочу Серегу найти. Давай, Димончик, все силы настрой. Просто убить Серегу, этого минерщика. Этого засранца такого. Че сразу говнюка? Подрывника говнюка. Да, смотри, иду правильно. Приближаемся. Так. Нас теперь три бандита орудуют. Давай тоже. А, в
понял, где он. Да, антикотик, давай становись. Аниматроников. О, у нас теперь Scrap Baby у нас в команде. Отлично. А, Серёжина. Значит, Серега где-то здесь. Да. Где-то он рядышком прячется. Что-то телепортироваться не умею. Так, давай. Телепортнулся. Берем плюш трапика. Он маленький, потому что интересный чел. Так, приближай. Да что ж такое? Ого! Так, ну что вы нашли? Так, как-то надо к нему прийти. А где он может быть? Не знаю, ищу его. Где угодно. Где угодно, только спасибо не на карте, за подсказочку. Да? Где угодно я могу быть. Дам подсказку. Давай, давай, где холодно, а где горячо? Желто-синее. А, да. Тёплый, там ты, да? Все. Желто-синее. А, нашел тебя, походу. Да ты где-то здесь должен быть. А где у нас желто-синее? Там куча... Оранжево-синее, не, подожди, оранжево-синее. А ты в желто-синем. Так, всё, сейчас... все! Вот тут он, вот тут, вот тут, вот тут. Я уже ушел. Ах ты! Ах ты уходинец какой-то. Нать! Как будто морду взорвало. На! Ого, он тут наставил. Он заминировался тут и свалил, короче. Так, Серега, ты где-то здесь. Короче, делайте с невидимыми, мы так его не поймаем. Надо не в невидимке его ловить. Не, а он по бомбам ориентируется, понял? Взрывы где находятся, он оттуда убегает сразу. Ах, так. А значит, надо не цеплять бомбы надо. А как мы это сделаем? Телепортироваться через них, и ты в это время о них не цепляешь. Они на поворотах очень классно сделаны, поэтому я не могу. Понял. Серега все продумал, он, наверное, будущий минер. Подрывник. Да, блин. Есть, наконец-то. Ну что, ребята, давайте я буду теперь искать. Так хочется помочить пацанов. Так нет, это Тимон умер от бомбы. А, я думал, тебя поймали. Нет. А я вижу, кто-то умер. Там бомба нарисована была. У меня, знаешь что, я хожу-хожу, ХП все меньше и меньше и меньше от бомб становится. В общем, в итоге я немножко лоханулся и умер. Немножко, говоришь? Ну да, так, чуть-чуть. Блин, меня убило миной в итоге. Димас тоже. Вот так по чуть-чуть и замочило. Так я тоже тебе говорю, что по чуть-чуть отбирает все жизни. Так, так, так. Серега, прекращай заниматься ерундой. Ну, никого. Одни мины. Димончик, как он, когда он их успел наставить? Когда он их успевает ставить, эти мины? Не могу его встретить, и все. Очень хитрый и умный собачачин. Ладно, все, я больше не буду спавнить. Не будешь, да, больше? Вот... А больше и не надо. 7 мин осталось. На тебя очень сильно уже все злые. Нашел, я умер. Я могу телепортироваться в потолок головой. Все сходится. Могу падать. Могу бегать. Могу очень быстро бегать. Хорошо. Так, пацаны, скажите, когда будете готовы? Потому что я готов. Я уже готов. Серега, я хотел тебя убить, я не могу никого убить. Почему-то у меня не убиваются вы. Я не знаю почему. Я прям жмякал, я как ты бомбы ставил, я жмякал, но не смог тебя убить. Так, интересно, может это потому, что ты маленький скин у тебя был? Может быть, но я до этого тоже убивал. Знаете, что надо сделать? Надо просто сделать мне от первого лица. Во! Во! А вот теперь мы с вами поговорим, только очень быстро получается. Ну ничего. Ого, скорость. Есть, наконец-то! Так, теперь мне помогает антикотик. Мы самые лучшие сыщики на этой карте. Ты... А! Кабака! Да я не могу убить тебя!
Ну! Я не могу! Я антикота, знаешь, как убил? Притык, бля, когда... Все, замочил, наконец-то! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!